А как играть, блядь? Сейчас. Блядь! Блядь! Как бить? Я бы сказал, но не знаю. Может, да, это... Блядь! Как всегда. Сука. Стоп, а как пробить? Стоп, стоп. Я уже думал, ты в воду шагнешь. Блядь! О, сосиджем. Палец, я надеюсь, он мне поможет. О, нормально. Да, надо съебаться было, блядь. Так, господи, что за херня? А... Все. О, бабусяка. Утопилась просто. Тут небольшая новость. На днях я словил страйк на ютубе, теперь не могу стримить тут 90 дней, поэтому стримы уехали на твич. О, сочувствую, у меня такая же срань была. Это когда у него было? 24 апреля? О, ну, кстати, уже, по идее, должно было пройти. Вот, 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 вот это вот, вот опасно. Музыку и всякую херню смотреть, которая с АП. Все, вроде то, что было в глазе, выбралось. Меня ты там можешь найти почти каждый день. А самые сочные части стримов монтируются и заливаются 3 раза в день на канал Рандомный Морган. Все ссылки в описании, приятного просмотра, а ты там от смеха это не умри, окей? Ну и лайк он, не жалей, давай, влепи его до помощней. Блин, красавчик, 3 раза в день самые сочные моменты. Интересно, что он имел в виду под самыми сочными моментами? Просто куски или прям нарезки? Скорее всего, наверное, просто куски. Изучить парочку приемов. Парень, где твои мышцы? Иди сначала. Да сука. Сейчас, главное работать на общее количество, да? На самые главные мышцы, большие. Не... Морган, зачем? Зачем штрих-код? Твою налево. Вот эти маленькие, которые рельефчики дают вонючие. Блядь, 160 килограммов. Блядь. Все, заебался. Подождите, чуть поменьше надо. Так. Давайте 100, 100. Я вот 100 на качалке жал, помню. По-любому жму. До сих пор, смотри. Нет. Сейчас. Я что помню. Давайте 80. 80. Напряжная дрочь. 80 это уже для лохов. Сила, блядь. Один смог, там и второй рядом. Фу, троечка, троечка. 4, 4. 5, мускулы улучшены. Фу, ща. О, легче пошло. Уже все? Так, смотри. Бедная клавиатура. Ты, я бык, нахуй. Где твои мышцы? Да вот, блядь, давай, давай. Кто ты, блядь? Учитель-сенсей, нахуй, или моя нога, блядь? Может, вам, братишки, ебальник набить? Ну, сади, нахуй. Ну, второй, блядь. Так, вот вопрос. Евлеева говорила, что 15 сантиметров это приговор. Что, если у меня 13? Это что, считается азиатским гигантом? Не, надави на лобок, блядь. Давай. Что за хуйню-то, Гривер? Чё, блядь? А, ребят, хотел вас спросить. Как мне Стасику сказать, чтобы он начал лобок, блядь, он уже вырос у меня? Ну просто скажи. Не, я подсмотрел, у него там была снег. Бля. Ну я разок. Меня убили. Что? Что? Один раз был момент, я не рассказывал. Как подмышки, когда брелил, ну я брил подмышки. А один чувак не брил. Ну, мы идем толпой. Он такой, они бритые подмышки. Кому-то то ли из нас, то ли мне. Типа, ой, бритые наоборот. И такой показывает подмышки, типа, у него не бритые, типа такой, вот, мужицкие подмышки. А нас человек 5 идет, и мы все такие показываем бритые подмышки вокруг него. И такие, у нас бритые, и такие, я во дворе прям орем это. Ну, как бы это гигиена. Небритые подмышки очень сильно воняют. И это очень неудобно. А еще если у тебя слишком длинные волосы на подмышках, у тебя может это... Шариковый антиперспирант немножко дергнуть за волосню, когда в шарик замотает. Я иногда таким образом понимаю, что, кажется, настало время побрить подмышки. Алло, привет, мама. Ого. Цветочка нюхать. А, смотри, какая милая. Ну да, нехуй цветочки нюхать. Блядь, сучь.
пальчик. Бабка здесь пройдет? Бабка, уходи, блядь. Нихуя себе. Бабка перданула. Динамик. Мальчик, ванальчик. Дробовичком. Ну, это можно попробовать, но надо прям мальчик. Он может УЗИ. Ну, битой. Или УЗИ, да, дробовичком. А можно этого не делать еще? Ой, блядь. Джон, держись, Джон, алло, не улыбайся, куда ты улыбишься, Джон? Я хочу аптечку взять. Чувствую, это плохая идея. Не, нормально. Бля! Ну ёбаный! Пожалуйста, не надо. Хватит! Ой, слава богу. Го, он тебя избивает чисто в углу. Они не виноваты этого паяльника, блядь. Это что, динамит? Да. Бля, я себе последние два дня намучил какой-то... Прыщ на локте, и у меня теперь локоть болит. Сюка. Аллилуйя. На тебя упаду и тебя взорву. Пора качаться и кушать и качаться. Вот сейчас, подожди, велик отожму. Охуенный велик, мы с бандой на нем поедем, окей? Садитесь, пацаны, один на руль, другой на сидушку сзади. Давай. Ну, бля, ладно. О, видать, все. Ой, хорошо. Шах, блядь. Давайте максимум 160. 160 это изи. Опять не подымет? Ну всего-то 60 прибавил. 120, блядь. Фу. Это ж я почти столько вешу, блядь. 10 добавь и все. Себя поднимаю, блядь. О, хорошо. Давай, качай банки, гнида. Давай, Сиджей, давай, блядь. Ты качок, блядь, ты видел себя вообще в зеркало. Ты добьешься. Главное, не бросать на половине дела. Дело нужно доводить до конца. Встал с утра, хуернул бицу. Встал, блядь, после нахуй супа. Ебанул присед. Ебанул сальтуху еще. Да, сука, сдался. Блядь. На, нахуй. Это ты боксер? Ну и противник, конечно, блядь. На, блядь. Да. Опять он всех запинал в этой качалке. Два, один. Ой, блядь, перебор. Ну, надеюсь, это к толстоте не... Два, один. Ой, блядь, перебор. Ну, надеюсь, это к толстоте не убавит меня. Собираю назад в кулек. Сейчас соберусь, чтобы выигрывать, наколдовать. Порчу от себя, нахуй, убрать. Забавно, у него что-то зелененькое на... Футболки или что это есть, оно просвечивается. Все, здесь пусть точило у меня будет. Так, нормально. Подожду тут, посижу. Че там, Ань, как? Все, о, нормально, молодец. Если что, я в гараже на кресле. А ну, кто стреляет по Ниве моей? Это вы стреляли по Ниве? Кто, блядь, стрелял по моей Ниве, блядь? Людмиле в лоб. Черт! Промахнулся. Блядь! Ой, минуснулся. Себя пизда. Бля, всех минирует, летает везде. Обосрамс. Да блин, Никита, не воруй мой план. Сейчас сюда выберусь. Вот так вот. Да ты, наверное, прыжком не сможешь. А сейчас, блядь, скорее. Главное не упасть на вас. Блядь, своровал мой план. Я выберусь, смотри. Я выберу. Ого! Маразм. Блядь! Сук, обидненько. Все будет вам. А вода не помешает? А я не знаю, посмотрим. О, что я делаю? Куда я делаю? Что происходит? Я сделал свое дело. Я не знаю, как ее управлять. Пусть улетает. Супер овечка. Там куски мяса просто полетели. Цвет есть дешевенький? Хочу мужицкий какой-нибудь. Есть мужицкий? Во, кайф. Все, погнал я отсюда. Во. Теперь я как Гомер Симпсон. Целая пицца. Раз, два. 10 пицц, ебать. 10 пицц сожрал. Опа! Нормально так разъелся. Нормально, чисто перед сном пожрал. Эй, этот ублюдок хочет удрать от нас. Но я крутой гонщик, как вы видите, поэтому беспокоиться не за что. Так, стой, куда ты свернул? Да подожди, блядь, я тебя сейчас поймаю нахуй. Садись, вот джилок, все нормально, сейчас разберемся. Блядь, он джилок, ну что за говно, джилок, блядь.
Ой, блядь, это как было? А это сейчас что было? Что было? Вы видали, что было? Он владеет какой-то магией, нахуй. Вот, блядь, да как так-то? Кто-то едет. У меня тут враги, ребят. У меня враги тут высадились. Меня сейчас убьют на кухне прям. Как мы волосы. Неправда. Блядь, сука, я его убил, тварь. Так. Ты можешь сканировать местность. Ой, хорошо, фуга. Нормально. А он инвалид, смотри, у него ноги нет. У него это протез. А, да, реально. А, это скин такой прикольный, кстати. Если что, про инвалидов мы осуждаем. Мы же хорошие сказали. Мы говорим, круто, вообще кайф нога, говорим. А, так мы реально его убили. Это факт. Это в игре так, это игровой момент. Ну да, да, это игровой инвалид был. Игровой инвалид. Бля, тоже хочу так. А чё у меня не открывается? На, блядь, сука, по жопе. Я тут парашу люблю чистить. Куда едем, говорите. Езжай в завод и там хуйнём. Вот в этот, да? Давай, короче, в главный вход прям. Сейчас, сейчас, сейчас. Типа на стрелу заехали, сейчас, подожди. На завод. Чё тут, блядь? Никого. 3, 2, 1. Ой, да ладно, я не обиделась. Да, совсем не обидно тоже. Не, не получится, да. А дырка там на ним, смотри. Прикольно. А, там дырку, да, потекло. Глядите, Володя бьют хвостом по его. Ой, пока Володя. Ой-ой-ой-ой. Нихера себе. Вот это он минус сделал. Персонажа осталось. Артём там спрятался. Ой, я жив, почти. Уже нет. Шо, у меня последний червяк. Смотри на меня, скажи мне последнее слово. Да, блядь, чего вы все на меня напали? Это я такой говорю, ща я затащу, и мы идем смотреть аниме, и меня просто все отпиздили. Я ж посмотрел его, вот весь сюжет. Поэтому ты хочешь... Эй, Джон! Все. Аниме от меня. Уплыл. Ого, да, не так же жестоко. В смысле, а почему он не утонул? В смысле он не утонул? Просто смыло нахуй. И его тоже. Эден на минах взорвется. Взорвался, вы говорите. Блять, промазал. До свидания. Я не хотел. О, нормально, нормально. У меня уже есть две гранаты. Одна тактическая, другая психологическая. Ого, это как? Которую кидаешь и шумит она? Да, да. Забегайте в этот дом. Так это не тактическая, да? Психологическую кидаю. Бля, и там граната такая. Я пошел, ебало бью. Бью. Вот, тут нормально, ребят, мы в зоне. Может, я ему ебало набью? Да я набью. Все, пошел бить. Ай, блядь, они сильные, сука. Блядь, меня растворило там. Один, подними нас троих. Нормально, нормально. Стойте. Да куда тут камни? Вы как какие-то, блядь, черви. Минус. Да, они всей командой выжили. Ой, куртка кожаная, сука, я такую же хочу. Вот модный тигр, смотри. Вот это тоже охуенный чувак. Это все один и тот же, да? Да, это один и тот же. Один и тот же. Один скин этого, Егора. Чисто пати Егоров летит. Спасибо за просмотр, подписывайся на канал, ставь большой пальчик вверх обязательно, там колокольчик нажми, используй бота, короче, ссылочка на него в описании, он будет оповещать тебя о роликах или стримах прямо в личку ВКонтакте. С вами был Морган, до новых встреч! Ох ты ёбаный рот, Диман, спасибо! Жаль, что пойдет на такое дерьмо, как это, но ничего не поделаешь. Ида, лососните тунца, сучки, особенно одно дерево, я местный бог доната. У Насти трещина в губе открылась из-за тебя, Диман, большое спасибо. Ну, у Насти до этого стянуло ебало, а сейчас опять растянуло ебало, и оно у нее лопнуло. Большое спасибо, Диман. О.
Спасибо за просмотр, надеюсь, было интересно. Там ссылка на оригинал в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жду на стримах. До скорой встречи.